смотрите сегодня в 20:30 в службе новостей «Город» на Первом городском канале. В Багратионовске на пересечении улиц Дружбы и Калининградской легковой автомобиль въехал в дерево, что стало причиной ДТП. Калининград ищет инвестора для освоения правой набережной при Голе. Будет ли по плану соблюдено культурное наследие? Путепроводу «Быть» до конца года на острове вдоль второй эстакады проложат новую автодорогу. Об этих и других новостях корреспонденты Первого городского расскажут вам сегодня в 20:30 в службе новостей «Город».